Всем привет! Мы продолжаем проходить дополнение к Скайриму Даунгард. И мы попали в следующее место. Нам нужно разыскивать, играть некую воду, некие... Блин, я не знаю, как это сформулировать, это бредово звучит. Мы набираем воду в какие-то кувшины, чтобы открыть портал брату Фалмера, Паладина. Ибо тот хочет от него избавиться. Вот опасное место. Окружение тут опасное. Забытая долина. Вижу ледяного тролля. Это будет весело. Чувствую. Ну, для начала, думаю, нам стоит... Вот. Ясно. Ну, так, чисто визуально, вроде недалеко. Вот такой пятый. Далек. Для нас кувшинчик. Давайте посмотрим. Сколько холода будет? Долго стрелять останется. Ну да. Давайте отметим ближайший. Двинем к нему. В эту сторону. Я ничего не отвечаю. О, пошли. Пошли. Вон, вижу там уже свойственные постройки этому месту. Я думаю, это если не последняя, так предпоследняя серия. Потому что вот-вот эти кувшины, ну, проверить не буду, сам еще не знаю. Он же затянулся и так с этим прохождением. И для себя, и для канала. Ну, блин, большая территория. Тонко подметила Сирану, это как новый мир. Во время записи мне скорее очень любит вылетать. Да. Вот еще один. Welcome, Anish. This is the way shrine of sight. Are you prepared to honor the mantras of Ariel? Да. Then behold Ariel's gift, my child. May it speed your journey to the inner sanctum. Это что за херня? Это олень, что ли? Ну, блин, прикольно. Мы берем еще водички. Хорошо. Ну, двигаем к следующему. Где же следующий? Мне, походу, указатель заглючил. То есть я вроде поворачиваюсь на сторону света, а как-то он не меняется. Ну что ж, пошли сюда. Еще олени. Мы, судя по всему, поднимемся в горы. Тут может быть опасно. Иди сюда. А, у меня нету другого пункта. Подожди, секунду, ну чё. Сейчас всё будет. Вали! Ох. Я немного разучил бежать. Ну, не немного. Это хрена разучил бежать. А сдохни. Сирана. Призывайте такую
херни. Сохранился. Это что-то моя игра меня подводит. Ну, персонаж старше. Его уже тут в этой игре вообще невозможно убить. Разве что если я упаду. Сочин. Высокой. Столы. И. Лич. Все берем. Стиляк. Да, у тебя тайны нет. У нас обновилось какое-то задание, но оно не меняется. Данный я просто иду к своей цели. Ну, бывает там весь скорее. Это круто. Мне бывает пока то, как я отсюда спускаться буду, конечно. Здесь там вода. Да, блин, вода там, и вот, охереть. Все, канал есть, походу. Хотя не вот, водопадик. Надо снять от этого, он там не отражает. Не понял, это что-то. Опять не понял. Что, лапы что ли? Вот так вот. О! Оп. Эй, нормально. Все нормально, все, двигаемся дальше. Все так и задумал. Что это за херня такая? Подожди, я полюшу. Ух ты! Какая херня прикольная. Палик, мои слова. Это себе. Зубах поковыряешь. Двигай дальше. Че, ключи уже сделал? Ну, пока все идет нормально. Я думаю, в этой серии я все ключи пособираю. Да, лоханулся, походу. Хотя не. Это ж я поднялся по водопаду, получилось. Да. Течение? Круто. Я не замечал раньше течение. Тебе именно оно сносило. Наверное, патчи не пришло. Или с самым дополнением. Или это просто я втекал, когда проходил. Ну давай. Arrive at the Way Shrine of Resolution. And go forth, child. May the enrichment of Ariel strengthen your resolve as you undertake your journey to the inner sanctum. Да. You've arrived at the Way Shrine of Resolution. Are you prepared to honor the mantras of Ariel and fill your vessel with his enlightenment? Ну, а то есть это открываются типа портальчики, там, где мы уже набирали воду, я так понимаю. Так, хорошо. Куда дальше? Здесь еще где-то тут. И... ну, что там? А вот это здесь. Подсунуть сюда. Вау. Да, музыка очень подходящая. Это что, мне туда придется лезть? А как я это сделаю? Ребят, это не справедливо. О, какой вдалек. Твою мать, это... Ага, драконы!
интересное чувство. Откуда вы взялись, вашу мать? Еще и два штуки. Что они законы такие? Стремные. Он под лед нырнул. Как ты тут? Я в шоке. Я просто в шоке. Нормально. Вот так. С него так отлично. Смотри. Иди, иди в лопу. Ой, ты прикинь, ты смотри, какой хороший, да? Твою мать. Тихо, бой. Все. Все, все, отбегался дальше. А, теперь ты ищешь. Все. Ой, хорошо получилось. Это было элементарно. Ну давай сюда свою душу. Давай сюда свою душонку. Паршивец. Ты еще таких не видел. Это уникальный дракон, который умеет плавать. Да, я думал, Даунгард меня уже ничем не порадует. Но это ж твою мать. Твою мать! Плавающий дракон. Круто, мне понравилось. Ребята мои прибежали. Ван? Слово силы? Силы магия высасывания жизни. Кроу, это, наверное, для вампиров. Ну, не вампир. Нам это не нужно. Только туда идти? Туда я не хочу идти, там, где это крепость. Как я туда выйду? Иду сюда. Другие идеи. Да. Я приближаюсь. Надеюсь, больше таких сюрпризов не будет. Хотя пускай прилетает. Железно. Он знал. Я не понял, о чем ты говоришь. Солупшайся. Что будет, если... Нет, я думаю, я убедюсь. Слушаешь, есть спуск? Я отдыхал, по-моему. Давайте сохранились. И продолжим. Но он себя, походу, оправдал. Ага, вот, придет. Идеально. Даже жизнь интересного. Ой, блин, подлет. Не приведи, господи, кому испытать такое. Пасть под звездочки, как кошмар. Сразу промокаешь, одежда тяжелая. Ах, вода ледяная. Чё там? Я удивлюсь. А, это ледяное привидение. Да, попасть в ледяное привидение с пилом, это что-то я загнул. Ладно. Давай, Are you prepared to honor the man? Да-да. Ariel, bless you, child. For you are a step closer to the inner sanctum. Да, открывай же это. Everlasting wisdom. Запарил.
Так, вот. Четвертый. Теперь останется только один. Самый далекий. Самый далеко идти. Нет, я не знаю, как я это ненавижу. Но мир вроде интересный. Именно вот это. Именно вот эта локация. Ну, я думаю, она нам еще принесет как любит. Конечно, реалистичное течение, что если заходишь в воду, тебе становится прям, блин, непривычно. Персонаж перестает просто послушать твои проблемы. Меня беспокоит что-то другое. Как я, мать вашу, за ногу буду тебя понимать? Если это правда там. Выпрыгнуть можешь? Можешь или не можешь? Или просто не видишь? Рискорно. А ты будешь подниматься. Ну ладно, пойдем искать обходной путь. Не получится так, как я люблю, на правом. И тут, судя по всему, тоже прохода нет. Вот черт. Это не вот. Это не перевал, что-то как-то. Что-то как-то получается. Сохранимся. У меня уже паранойя развивается. Ой. Это чё-то такое? Фауна. Я прав? Уникальная эта херня, ночные охотники, то есть раньше таких фаунеров не было. Продолжим. Ледяной ущелье. Именно то количество новых видений, новых локаций, врагов. Вот это видно, что над этим работала именно Bethesda. Yeah.
Слава Богу, пузо. Регенератор. Ну, я уже привык. Таким немощным. Тебе куда? Ну, будем считать, что я тебе попал в артерию и переключал. А твой дружок где? Или подружка? Нет. Есть еще фауна, но думаю, не уйдет. Ну, где-то в руку, в сердце там. Он упал. Сволочь. А нет. Так, тут нормально? Да, вроде не упадет. А то всякие вот такие вот мосты меня уже боязнь вызывают. Блин, опасное место. Пробираемся, я думаю, в этой серии я соберу все кувшинчики. Ой, какая херня, ты посмотри. Ладно. Yes. Что, высыпа? На пониже возьми. Хорошо. И этот рассыпался. Только ты не падай, не падай, не падай. Ах. С вас даже стрелы нельзя подобрать. Что ж такое? Так, ну засохнись, а то я что-то лихо рвусь вперед. А лихой и придурковатый. Надеюсь, что убил. Так, нам походу туда. Значит, идем, выбираем свои стрелы и будем двигаться дальше. Скотина.
Прости, Трой. Но ты мне мешал. Так, ладно. Наш отряд лишился одного. Какая мерзость. Ох, ладно, идем. Пойдем. Вот, все просмотрел. Начал же отвлекаться на всякое говно. И посмотрел. Песно. Собор. Все как надо. А тут что? Тут вроде ничего. Блин, я даже не знаю, куда я иду. Так просто иди. Ого! О, офигеть, он не дом. Не, ну вы видели? Он тупо в глаз стрелу получил и не сдох. Что за прикол? Ну, вот этот умер, так как надо. Так как должны сдохнуть, по-моему. В руку. О, будешь выпрыгивать? Не будешь? Ой, держи нафиг, не вижу этих мосты. Столько белого цвета, что-то они тут переборщили, мне аж глаза режут. Вот приближаемся уже к месту. Забытая долина. Хорошо. Еще немного, еще чуть-чуть. Сохраняйся и... Keep your eyes open. Я... Да, я вижу растяжки. Еще растяжки. Who's there? Нефиг нарываться на ловушки, Сиран. А мы по-быстрому прорвем сейчас. Ушел. Ушел. Так. Тут что-то есть? Ты что ходишь? Нида, ты чё? А, моих стрел нету, да? Какие? Ладно, что-то забираем отсюда, либо нефиг. Ай! Лоша. Наконец-то у фаунеров стало по два уха. А то только одно. Да, одно. Все время по одному уху выпадает из пола. Что это такое? Ой. Это что такое? А! Иди нафиг. Ты кто такой? Фаунер задира. Типа фаунера. Тяжелые доспехи фаунерские. Правда не все, только перчатки. Но все равно круто. Надо. Так, ну мой герой сам перешел на стальные стрелы, значит мы и закончили.
Синдур, Ильян. Хорошо, живем. Еще. Ну ладно. Еще одна книжка. А куда идти? Да, еще есть. Что-то я опасаюсь. Я чуть-чуть останусь. Но я уже где-то совсем рядом. Мне надо поменяться. Как мне это делать? Может, как-то сюда? Что тут происходит? Что тут происходит, я спрашиваю? Там все равно что-то решало. А ну-ка. Все равно. Что там происходит? Скотина. Ирану, ты как, норм? Тебя не изнасиловали, нет? Ты что-то так как-то обиженно вышла из этого? Из этого же еще. Еще холодно. А, это призывно. Ну опять все равно. Меня вот это вот бесит, что он всякое говно призывает. Хоть бы лича какого-то вызвал. Когда я играл за мага, у меня было такое уникальное заклинание. Призывать личей. По-моему, на мастера надо было прокачаться или еще на кого. Ну, короче, чуть бы не идеальный маг. Хоть бы вот таких вот зверей призывало, всякое говно. С мечами-то там можно было и города терроризировать. Два призвал и все. Крутой. Это что такое? Это что за нахер? Что, я не попал что ли? Ага, опыт. Иди ты в жопу. Жор. Сохраняемся очередной раз. Из-за боязни вылета игры. Ну. Блин, что-то у меня какое-то чувство странное. Или это из-за музыки? Ну. Сирана овца тупая. Ой. Да, вроде все. Двигаемся дальше. Чё? Мальчик. Чё, не сдох, что ли? Опали, нет? Да, еще. Так. Всё нормально. У меня слишком много жизни и хорошая защита. Чтобы урон от всякого говна проходил, там, не знаю. А, это призрак. You found the way shrine. Ну, the blessings of Ariel protect you as you climb the road to the inner sanctum and final enlightenment. Да, открывай.
это все. 5 из 5. Теперь куда? Получить доступ во внутреннее святилище? Оу, щет. То есть вот тут живет братья нашего паладина Павла. Круто. И на этой позитивной ноте, я думаю, мы закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.